Всем салем, друзья! С вами Даник. Я знаю, вы соскучились по мне. Месяц не выходили ролики. Как вы знаете, я восстанавливался от операции на спине, мне вырезали грыжу. Начинаю чувствовать себя гораздо лучше тут рядом с семьей, на родной земле, в городе Алматы. Сегодня мы потихонечку возвращаемся на YouTube. Я не могу вас долго оставлять без роликов. Будем обозревать самые необычные отели города Алматы. Но я буду не один. Сегодня мне будет помогать самая лучшая в мире соведущая, по совместительству моя сестра Айлин. Всем привет! Я Айлин, и мы начинаем. Ну-ка, пять, да, я конкретно. Вот это люкс! Потолок трескается. Вложили в это дело больше 105 миллионов евро. Мы идем в люкс, надеюсь? Мы идем в люкс. У нас есть вертолетная площадка. Здесь можно пожить в юртах и на дереве. Очень вкусно. Бомбически, да? Кайф какой! Первым отелем, который мы сегодня будем обозревать, это капсульный отель. Называется Гагарин. А знаете, на какой улице? Знаешь, на какой улице? На улице Гагарин. Че, пап? Проспект. Проспект Гагарина. Ребят, очень важно, ролики не выходили больше месяца. Знаете, я вас обычно не прошу лайки ставить, но сейчас прям нужно. Нужно влепить, подписаться, написать комментарий, потому что, возможно, YouTube чуть-чуть мой канал отбросил. Так что влепили лайк, подписались на канал, написали комментарий, и мы погнали. Да, пожалуйста, подпишитесь и поставьте лайк. Это мой папа. Самый старый отель в мире. Нисиеман Сен Кёенкан, открывший свои двери в 705 году, является старейшим отелем в мире, ему более 1300 лет. Один из самых популярных отелей в традиционном японском стиле находится на острове Хансю и претендует на звание старейшей действующей компании. 52 поколения одной семьи владеют этой гостиницей на протяжении столетий. Как думаешь, Виолетта будет ревновать, что я снимаю отели без нее? Мне кажется, да. Но я все-таки лучше Ну это мы сейчас посмотрим, лучше ты делаешь или нет. Да ладно, шучу, Виолетточку я люблю. Но ты сделаешь все лучше. Да. Я все-таки опытнее. Это какой твой ролик, третий? Да. Я в рекламах много снималась. Ребят, смотрите, какая была Айлинка маленькая, когда мы первый раз снимали ролик вместе с ней. И ничего не произошло, прикинь. Меня зовут Айлин. Сколько тебе лет? Мне 5 лет. 6 же тебе. Да. Нас встречает сразу космонавт. Космонавт. Из минусов. Темно. Темно. Со своим зрением, свет включаю, все нормально, минус убираем. Ну что, друзья, здесь мы попадаем в общую зону этого замечательного отеля. Здесь, значит, комнаты называются как планеты. Джупитер как и Меркурий. Юпитер. Юпитер и Меркурий. Здесь Солнце и Уран. Уранус. Здесь у нас какая-то общая зона, где люди могут прийти, что-нибудь себе налить, что-нибудь себе заказать, покушать. А все бесплатно вроде, да? Все бесплатно? Все бесплатно. В смысле, номера бесплатные, все бесплатно. Приходите, типа, кайфуйте, наслаждайтесь. Кайфуйте! Телека, конечно, нет. Грустно от этого. Ну, грустно. Молодец, Айлин, тебе действительно лучше, чем Виолет. Давайте зайдем в первую. Только надо быть тихо, потому что там люди некоторые спят. Хорошо. Мы заходим. Слушай, ну миленько здесь. Есть такие номера, очень хорошенькие. Вау, кстати, очень даже классно. О, хорош. И вон там еще заключается какая-то штука. Удобно? Удобно очень. Здесь есть вешалки. Очень хорошо. Полотенчика для лица, для тела. Все, пока, Айлин. Пока. Я спать.
Вот эта капсула внизу стоит в районе 1000 рублей, что, в принципе, довольно дешево. А на втором этаже стоит в районе 800 рублей. У каждого гостя есть шкафчики с код-паролем. Там можно спрятать свои вещи. И вот здесь два стула. Ну и на улицу окошечко. Айлин, все ок? А где Айлин? Пойдем дальше. Так, ну что, у нас здесь душевая. Довольно просторно. Унитаз. Слушай, отличный вообще вариант оставаться на самом деле. Ну да, как бы можно даже нормально провести здесь время. Угу. Это, ребята, полулюкс. Он стоит уже 3000 рублей. А, как вы видите, здесь попросторней. Здесь даже можно остаться вдвоем. Да, здесь как бы хорошая кровать. И вот заметьте, вот везде вот такие красивые светильники. Ну и опять полотенчика. Да. Тоже общая зона. Шкафчики уже побольше. Даже Элин туда поместится. И холодильник. Пойдемте смотреть люкс. Ребят, тот момент, когда тапочки действительно как раз. Нифига. Вот это люкс. Вот это капсула хорошая. Ребят, здесь огромное помещение. И стоит всего лишь на 2000 рублей дороже, чем полулюкс. Розовые полотенчики. Ты бы его выбрал, правильно? Конечно. Кстати, один плюс еще есть. Телевизор. Кстати. Да. Заходим. Ну, душ, как и везде, в принципе, просто это твой личный душ. Да, есть пахучие ароматики. Вот такой фен. Ну-ка, включи работу. Вот мыло есть. Ты нажала? Ну, не работает. Это из минусов уже. Да. Проверь, смыв работает? Смыв? Работа. Минус потолок трескается. Не минус, а унитаз находится, смыв прямо над головой. Она мягкая. По-моему, ты села так, как будто она супер твердая. Так, ну а если мы заселяемся с ребенком, и ребенок захочет попрыгать на кровать? Прыгучая? Ну нет. Вообще нет? Вообще нет. И вообще-то я хочу проверить туалет. Еще раз смыв? Нет. Алина покинула, ребят. Давайте пойдем дальше. Так, здесь есть отдельно шкафчик. Кстати, ну можно прям переехать сюда, я бы сказал. Куча полок, чисто. За 5000 рублей в сутки? Да хрена чем-то. Ну нет, на самом деле нормально. То есть у тебя полностью свой номер. Здесь чистенько, а внизу есть кафешки. Ты в центре города. Так что, ребят, приезжайте в Алмату. Я вам советую посетить капсульный отель «Гагарин». А мы направляемся дальше. Самый большой отель в мире. Пальму первенства среди отелей по количеству номеров держит First World Hotel, расположенный в малазийском Паханге. Комплекс включает в себя 7351 номер. Из них 3164 стандартных, 292 номера Deluxe, 649 Deluxe Triple, 480 Superior Deluxe и 136 клубных номеров. Ребят, как вы поняли, с отелем «Гагарин» мы немножко разгонялись. На самом деле в Алмате самые необычные и классные отели находятся в горах. Вот там нам будет что вам показать и рассказать. Ну что, друзья, как вы поняли, капсульный отель — это была только разминка. Сейчас мы действительно в очень крутом месте. Огромная площадь. Место называется Ой Карагай. Это Максим.
Это человек, который нас встретил, сейчас будет нам показывать экскурсию по этому замечательному месту. Расскажите вот интересные факты, что здесь вообще у нас происходит. А курорт у нас уникальный во всем. Когда его строили, старались сделать так, чтобы он был самый-самый-самый-самый. Вот, например, он расположен на 110 гектарах. Вложили в это дело больше 105 миллионов евро. Каждый день, будни, нас посещают около 500-700 человек. Каждый выходной день или праздничный нас посещает от 3 до 5 до 7 тысяч человек. Это деревенька Орман-Аулы. Не упади, пожалуйста, дружище. Алин, помогай. Да, обычно у оператора есть специальный человек, который его тянет за спину. Вот здесь мне надо было весь месяц провести. Чего я в городе тусил? Ребят, чтобы вы понимали, я родился в такой юрте. Это шутка. Я родился в нормальной клинике, все окей. Но я очень много времени в юртах проводил, как настоящий казах. Добро пожаловать. Офигенски. Скажи, а это все вообще законно или как у вас тут все устроено? Ну это очень круто. Тут даже туалет классный. Вот если бы я приехал к вам отдыхать, я бы 100% юрту взял. Да, я. Это настоящая юрта, без каких-то подмен, без каких-то доработок. Настоящие кириги установлены, вот они. А для наших подписчиков объясни, что такое кириги. Кириги – это такой каркас из реек, который складывается удобно, перевозится куда-то на классное место, на джайляу, да? Ну, изгородь, что ли, да? Вот примерно моего роста. И на нее уже устанавливаются вот уики, на которые устанавливается шанырак. Ребят, все по казахским канонам, но при этом со всеми удобствами человеческими. Туалет, ванна, душевая. Да. Кайф. И вытяжка. И вытяжка. И теплые полы. Новые душевые. Да. Ну, если, конечно, окон не хватает. Ну, окон и в юрте не было. Да. Это круто. Получается, и зимой работают юрты? Юрты работают круглый год. Зимой это очень классно. Ты выходишь с лыжами, и там начинается склон. А, и спуститься можно. Можно уехать на подъемник, да. Офигенно. Деревенька на деревьях разделена на несколько видов проживания. Так. Это стандарт, люкс и премиум. Мы идем в люкс, надеюсь? Мы идем в люкс. Ой, мы идем... Нет, мы идем в премиум. Премиум круче люкса. А, нифига. Сюда нельзя приехать, прилететь на вертолете, оказаться в номере сразу. Сюда нужно дойти. А еще вертолет есть, скажи. У нас есть вертолетная площадка. Две. Да. То есть кто-то к вам прилетает на вертолетной площадке? Кто-то к нам прилетает. Я даже знаю, кто. Стандартные домики внизу, люксовый повыше и премиум на самом верху. Чтобы как-то показать. Да, я понял, да? Я понял. Собственно, почему я решил выбрать это место? Потому что здесь можно пожить в юртах и на дереве, понимаете? В домике на дереве. Если кто-то читал Тома Сойера и был фанатом этой книги, пожалуйста. Это премиум, да, у нас получается? Это премиум, да. Вау. Это крутая большая кровать. Обычно сюда приезжают у нас, ну, молодые пары, у которых есть дети зачастую. Угу. И для детей у нас есть вот такие крутые кровати, которые им очень нравятся. Они поднимаются. Они поднимаются, да. И... А кто бы там спал, да? И еще одна есть там. 2+2. Капец. Супер. Получается, выходим, и у нас здесь своя зона. А выходим, и у нас есть своя классная терраса, на которой с утра можно попить кофе и посмотреть на природу, послушать птичек и покормить белочек. Белочек? Здесь... Да, у нас очень много белок. Очень много белок. Представь, как круто здесь утром. Тишина, никто не мешает. Среди деревьев. Как тебе? Что тебе пока больше понравилось? Юрта или здесь? Здесь. Здесь прикольней? Да. Потому что на деревьях? Да, и кровать. А, ну какая разница на деревья, да? Да. Ребята, если вы хотите снять вот такой домик, чтобы отдохнуть, у вас получается, ну, в районе 40 тысяч тенге, это у нас 6 тысяч рублей. Вполне себе кайфово. Берешь сюда, приезжаешь на выходные и живешь прямо на деревьях.
То есть, видите, деревья не нагружают, а дополнительные опоры создают, чтобы деревья просто были помощниками. Мы в самом крупном в Казахстане веревочном парке. Кто пойдет сейчас туда? Я! Все, Элин, ты с этого дня профессиональный скалолаз. Давай. Все, мы погнали кушать. Все. Самую верхнюю точку курорта, высота 1820, 1820. Там у нас две смотровых площадки, там у нас крутой ресторан. Не переживай, все будет нормально. Ему конец. Не страшно, а нас закроют? Нет, я вас закрою. Самообслуживание вот так. И все. А вы прикиньте, без телефонов и всего такого, один едешь вот так? Кайфуешь. Ты это в раннем возрасте поняла. Молодец. Мы остановились. Это не авария, это не ЧП. Это либо кто-то не может залезть, либо кто-то не может слезть. Кому-то нужна дополнительная помощь, возможно. Вот все, видим. Поехали. Алин, что, испугалась? У меня уже вся жизнь перед глазами. Не, я камеру поворачиваю, ты уже туда спустила. Вот. Вот вид на город. Офигеть. Телебашня Коктюбе. Красиво. Я вам уже скажу, что я рекомендую сюда приехать вообще всем, кто посетит город Алматы. Но тут реально круто. Я бы здесь сам остался на несколько дней, чисто кайфануть, отдохнуть от городской суеты. Так что этому месту, Айлин, мы уже можем поставить, мне кажется, 10. Конечно. Ребят, к сожалению, я на все 100% не готов, чтобы кататься на этих прекрасных коняшек, а потом с бешем их скушать. Но у нас есть Айлинка, которая прокатится, правильно, Айлин? Да. Получи все эмоции до меня, ладно? Хорошо. По максимуму. Ну-ка, 5, да, я конкретно. Когда спрашивают, есть ли опыт катания на лошадях или нет, всегда нужно отвечать честно. От этого много зависит всего. Но я не умею кататься. Все, значит, тогда нужен инструктор. Потом беж, да? Нет, не, они, не из-за... они к бежу отношения не имеют. Какое ты красивое. Это мальчик. А, какой ты красивый. Вот так, ножками опс, раз. Опс, смотри, что. Алин, что-то он тебя испугался. Смотри, ты сама едешь. Альберт, крупно, крупно подснять надо. Видите, как мы хорошо кормим? Какой да, яркий да, травяной оттенок. Видите, ребят, я не все активности сам прошел, потому что пока вот после операции много физики нельзя. Но я потихонечку войду в режим, так что вы извините, если этот ролик получился не таким динамичным, как обычно. Постепенно будем входить в режим, ладно? Постепенно. Мы находимся около самой большой в мире юрты. Это не просто слова, это официально, это задокументировано. В 2015 году мы получили сертификат Книги рекордов Гиннесса. Ресторан национальной кухни «Акаул», где самый вкусный беш в Алматы. Да 100% по-любому. Я хочу посмотреть на сертификат. Пойдем. А вдруг вы балаболите здесь? Нет.
Начнем мы с Бурсаков. Кстати, вот пару кадров того, как папа готовил беш вместе с Бурсаковой. Очень вкусно. Бомбически, да? Вкусно. Самса с курочкой. Самое главное национальное казахское блюдо – бешбармак. Вообще, изначально едят все это пятью пальцами, руками. Поэтому бешбармак, беш – это пять пальцев. Вот так, бешбармак. Ну что, хватит болтать, погнали жрать. Хочется танцевать. Самый маленький отель в мире. Эхеусл – свадебный дом. Площадью всего 53 квадратных метра и высотой в 7 этажей заслужил славу самого маленького отеля в мире. Одновременно в нем может остановиться лишь одна пара. Расположенный в баварском Амберге, этот рекордсмен среди мини-отелей, тем не менее, может похвастаться 5 звездами по международной классификации. Здесь, значит, находится третий наш отель. Он тоже находится на горе, но он очень необычный. И вы сейчас поймете, почему. Погнали посмотрим. Не, ну вид, конечно, ошибенный. Вау! Да! Нет! Офигенно. Кайф какой! Ничего себе, да? Как обалденно! Я в шоке. Я тоже. Проходи. Спасибо. Здесь воняет. Здесь очень воняет. Краской. Да, краской. Так, унитаз есть, душ есть. Что еще нужно, да? Ну да, раковина. Все нормально. Смотри, тут кондиционер есть. Тут есть вытяжка. Капец. Короче, сделано как юрта. Телевизор есть. И весь город. Я бы здесь даже осталась ночевать. Ай, тупая школа. Завтра в школу? Да. Тут есть холодильник. Чего? Здесь есть микроволновка, чайник, вода, надувной матрас. Ну, блин, это типа топ романтика. Ну что, Алин, подведем итоги? Давай. Что тебе понравилось в сегодняшнем дне больше всего? Наверное, Ойкарагай. Первый отель, в котором мы сегодня были, капсульный, хостел, можете его как угодно называть. Он чистенький, он приятный, он находится недалеко от центра, вполне себе достойная цена, но, скажем так, бездушненько. То есть, если вы хотите сэкономить и просто погулять по городу, да, идеальный вариант, как мы с Виолеттой в предыдущих роликах говорили, что капсульные отели самые экономные. Если хотите лакшери, просто уединиться в горах далеко от суеты города, кайфануть с большим количеством всяких активностей, типа катания на лошадях, скалолазанье, на фуникулёре проехаться, на лыжах, ну, в сезон, естественно. Зимой. Есть еще веревочный парк. Один из самых больших, самый большой в Казахстане, то вам точно туда. Если вы хотите уединиться со своей любимой девушкой, какой-то романтик, посмотреть на город, то вот этот вариант для меня предпочтительнее. По самой идее и задумке, здесь мне понравилось больше всего. Верандочка, столик, ужин при свечах, кровать, приятный дизайн и отличная панорама на город. Вот, ребята, вы напишите в комментариях, какое место больше всего понравилось вам. Обязательно поставьте этому ролику лайк. Я потихонечку возвращаюсь, ребят, в рабочий строй. Скоро будут классные, офигенские ролики. Подписывайтесь на канал. Мы почти добили 2 миллиона. Ну, естественно, напишите в комментарии, какое место больше всего вам понравилось. С вами был Даник. И Айлин. Пока.